В компьютерном классе Буйского техникума железнодорожного транспорта стоит тишина. Убеленные сединами, дисциплинированные и внимательные обучающиеся не сводят глаз с мониторов. Наука компьютерной грамотности дается с большим трудом, но еще больше проявляется радость нового открытия. Компьютерные курсы проводятся в техникуме с 2015 года. Целью является повышение компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста, освоение ими базовых знаний по информатике, получение навыков работы на современных вычислительных машинах. Обучение начинается с простых вещей. Как устроен компьютер? Как его выбрать? Дальше пошагово рассказывается о начальных знаниях – клавиатура, мышь, пароли, шрифты, обои, заставки и многое другое. Темы занятий идут по мере усложнения. Подробно изучаются офисные приложения, работа с интернетом и почтой, возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, общаться в социальных сетях. Такие уроки веду уже 4-й год. Два раза в год мы выпускаем по группе. То есть получается осенний выпуск и весенний выпуск. А как записываются в группу и как вообще узнают о том, что есть такая функция? Дается объявление в газету, что набирается группа по обучению, что учиться никогда не поздно для лиц старшего поколения. Люди звонят по телефону, записываются. Эта программа идет как социальный волонтерский проект, она абсолютно бесплатная. И в принципе группа у нас набирается всегда. На данный момент у нас сейчас обучаются 2 группы. Скажите, пожалуйста, какое количество уроков вообще в неделю, да, и что это за нагрузка? Количество уроков, в принципе, бывает разное. Стараемся по 2 урока в неделю проводить, но бывает в связи с расписанием, так как я еще веду научное отделение, бывает и 1 раз в неделю. Всего программа рассчитана на 30 часов, то есть это 15 занятий, по 2 академических часа. Мы ведем. Ну вот и по итогу за 30 часов какими выходят уже выпускники, если так сказать, что они умеют? Ну я не скажу, что они выходят уверенными пользователями, но по крайней мере по электронной почте они могут отправить друг другу письма, они могут зайти в госуслуги, записать себя к врачу, там по записям по нашим, может они сделают и другие этапы в тех же госуслугах. Также мы регистрируемся и заходим в Ростелеком, кому интересно, то есть они могут отслеживать свои вот эти вот IP-адреса, свои оплаты, телефонные и также интернет-ресурсы. Также мы учимся скачивать, некоторым интересно, фильмы, картинки, то есть антивирусные программы, Skype. Все, что нужно для домашнего пользования. А бывают ли индивидуальные вопросы, когда к вам обращаются, там помочь вот именно с какой-то определенной проблемой, где-то зарегистрироваться? Бывает ли такое? Вообще рассчитана ли программа на это? Программа на такое не рассчитана, но в принципе я никогда не отказываю, что если человек, допустим, подходит ко мне с помощью, он остается после занятий, и мы индивидуально с ним занимаемся. В техникуме проводит курсы преподаватель Надежда Попова. Она считает, что учиться работе на компьютере в преклонном возрасте непросто. Однако такие ученики очень ответственно подходят к обучению, хотят познать современные технологии и стать уверенными пользователями интернета. Занятия на курсах компьютерной грамотности приносят свои плоды. Пообщаться с родными и друзьями, купить товар через интернет-магазин, найти новых знакомых в социальных сетях, записаться на прием к врачу, оплатить квитанции, отправить электронное письмо, посмотреть кинофильм. Все это теперь под силу людям, лишенных навыков работы на компьютере. Аудитория на курсах формируется уникальная, отзывчивая и благодарная. Есть люди, которые возвращаются, может быть, даже 2-й раз? Есть такие люди, да, они учились в том году, получается, да, в том году, осенью. И получилось так, что женщина у нас заболела и не доходила она буквально 3 урока. В этом году она вернулась, сказала, что я хочу еще раз поучиться. Госуслуги, как найти электронную почту, вообще как с компьютером работать. Ну, узнали чего. Я же, Сергеевна, нам все конкретно показано, причем каждому. А ну, для чего это вообще вот вам нужно? Вот, как для общего развития. Оплачивать, например, квитанции. А в пенсионный фонд вообще интересно зайти. Так, пенсию начислили правильно. То есть скачать информацию о своем пенсионном счете, да? Да. Да.
Также на базе Буйского техникума железнодорожного транспорта, как и во всех регионах нашей страны от Калининграда до Владивостока, 17 апреля стартует 5-я Всероссийская неделя финансовой грамотности. В рамках недели грамотности запланированы увлекательные активности. Всероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности «Финансовый детектив», всероссийский конкурс СМИ, онлайн-уроки по теме недели, вебинары для родителей, онлайн-курс повышения финансовой грамотности для детей и молодежи. Уроки финансовой грамотности начали уже вводиться не первый год. Это всероссийская акция, которая разработана Центральным банком Российской Федерации. И Департамент образования и науки нам присылает информационные письма, чтобы мы проводили вот эти вот недели грамотности. А с целью того, чтобы наши студенты были более грамотны в сфере финансовых услуг. Сейчас это очень актуально, и государство, я так понимаю, на это огромное внимание уделяет. На данный момент с 17 апреля этого года уже идут недели финансовой грамотности на всероссийском уровне. Прописаны все мероприятия на каждый день. Вот понедельник у нас уже студенты были зарегистрированы на сайте в конкурсе «Эссе». Тема была посвящена финансовой грамотности жизни людей в информационных технологиях. То есть наши студенты размышляли на такую тему, что же будет через 30 лет, если у нас информатизация, конечно же, будет в объеме во всех сферах. Вот. Ну вот это студентов очень заинтересовало. А есть какие-то яркие примеры, какие вопросы вы разбираете? Да, на уроках. Да, мы не только просто на уроках, как внеклассного, конечно же, мероприятий, но и уроки у нас проводятся онлайн. То есть есть на портале финансовой грамотности онлайн-уроки, которые такие, скажем так, связаны с налогами, с банковскими услугами. Вот очень хорошая тема заинтересовала наших студентов – это банковская карточка. Не только ее безопасность, но и как можно приумножить свои, скажем так, сбережения и денежные средства, которые у нас студенты получают. Ну, многие получают стипендию у нас. Угу. Вот. Как в качестве онлайн-уроков мы слушаем непосредственно лектора, отвечаем на их вопросы прямо онлайн в чате, и студенты потом отзывы пишут. Угу. Скажите, пожалуйста, это все только для студентов исключительно? На данный момент у нас возможность привлечения, конечно же, и населения как дополнительное образование. То есть мы можем привлекать, да.